Всем привет! Друзья, вот пересаживал улей, перестанавливал с глухого дна на сетчатое, и мне попалось в одно вот такое. И я хочу его вам и показать, и заодно рассказать, ответить на некоторые вопросы, потому что многие спрашивали, зачем я варю улей в парафине. Все очень плохо, поэтому мы и варим улей в парафине. Дерево нынче дорогое, но не дешевое, я так скажу, но оно не хорошего качества. Почему не хорошего? Жучки, там шашели, разная живность, которая просто кушает его и уничтожает. Вот что произошло с дном, буквально 2 или 3 года ему, да даже, по-моему, и 3 лет нет, 2 года. Его просто шашель съел. Вот. Я уже только что царапал, конечно, его. Ну, смотрите, до какого состояния доелся шашель. То есть он его полностью, ну, превращает в труху. Вот, реально с него труха уже сыпется. И все глубже и глубже. Есть вот и сзади точно такая же. То есть, ну, реально, это дно непроваренное. Почему оно не проваренное? Когда я хотел это готовить под сетчатое днище, проварил только саму облуду, то есть, ну, вы поняли, проварил только обрешетку саму, одну, потом у меня поменялось, как бы что-то поменялось, и я решил его заглушить, это дно. Нарезал доску и заглушил, и все. Доска это не проваренная, поэтому вот видим теперь такой результат. У меня есть несколько днищ, вот сейчас я найду вам быстренько, вот здесь у меня, ну вот, например, один, второй, вот, друзья, у меня есть несколько днищ, это дно с нуклеуса на 3 отделения, и это дно, ну, обычное, с улья. Этим днищ уже больше 5 лет, или по 5 лет, которые в эксплуатации, и они проваренные парафине. Так вот, в этим днище, вот как мы видим, абсолютно ничего, ну, кроме того, что оно не почищенное, как бы, и все. То есть с ним ничего не произошло. Оно как было после проварки, так и осталось. Ну, только вот почистить надо. Вот дно проваренное, которое в эксплуатации 5 лет, и дно не проваренное, которое в эксплуатации всего 2 года. Вот вам сравнение и ответ на вопрос, зачем я варю улей в парафине. Если я не буду варить ульи, они у меня превратятся просто в труху. Вот и все. Я использую, покупаю пищевой парафин P2, я уже говорил, снимал видео. Видео есть о проварке, в подсказках можете посмотреть. Варю я при температуре там 130, ну, плюс-минус градусов, поэтому весь жучок он вываривается, и просто пчелам, вернее, жучкам разным там нечего делать. И да, хотел бы опять, вот многие скажут, это дорого, это неоправданно. Да, это парафин не дешевый, я использую P2, пищевой, многие используют технический. Ну, я не решился использовать технический, потому что делал большую партию ульев и, ну, просто побоялся. С пищевым, пищевой парафин я брал, все сертификаты есть, пчелки ведут себя в нем хорошо, по сдаче меда проблем нет, поэтому я не рискую. И, ну, варю как есть. Ну, вот как бы и все. Вот ответ на мой вопрос, ну, не на мой вопрос, а на ваши вопросы некоторых людей. Зачем я варю, то есть трачу время, трачу деньги, вроде бы как на пустяки. Вот такие пустяки. У кого, конечно же, нет таких проблем с шашелем, с жучками, тот, конечно, может и не заморачиваться с проваркой. Ну, в моем случае я варю. Я варю, я доволен, варил, и, в принципе, буду новые ульи дальше проваривать в парафине. Для меня это стабильность и долговечность древесины. Вот и все. 2 года улью, 5 лет, ну, днищу. И мы видим разницу. Ну, а каждый выбирает, смотрит сам, что ему выгоднее. Делать днище каждый год или просто проварить. Я буду проваривать. Все. Вот это такой ролик о шашеле и парафине. Ну, как есть. Показал, как есть у меня на пасеке.
Что еще сказать? Да, в принципе, нечего. Желаю, чтобы с доской проблем у вас не было, кто делает сам улей, чтобы не было таких проблем, как у меня. Ну, а в кого есть, покупайте парафин и варите улей. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. До новых встреч. Желаю вам удачи. Пока.